данный момент я номер один вообще в мире в национальной русской идее. Другого человека такого не существует. Да, это доказательство является то, что вот мы написали книгу «Проект Россия». Ее прочитало 3 миллиона человек по миру. И мы разрушили миф о том, что демократия – это навсегда. Так вот, все сидящие в этом зале надеются, что кризис пройдет, что все успокоится, что все будет как прежде. Но скажу по секрету, меняется абсолютно вся цивилизация. Сейчас не будет ничего такого, что было раньше. Вот когда мне было 10 лет, мы вернулись в Советский Союз и попали в Казахстан, в Караганду, причем на отшиб такой. Так получилось, что нашу семью туда выселили. И я там встретил удивительных людей. Там были чеченцы, греки, казахи, калмыки. Вся вот эта вот когорта всех людей, которые Сталин когда-то выслал в Казахстан. Это подрастали их дети. Вы не представляете, какое это было удивительное братство. Я там почувствовал, меня научили, как вместе со всеми общаться вообще, вот со всеми ребятами. Когда ты заходишь в другой двор, ты должен был сказать, знаешь там Ваську такого-то, знаешь Магомеда, знаю, знаешь этого, знаю. И вот таким образом происходила только социализация. Да, если человек чуть-чуть в бок уходил, то он получал тумаков, и двор его вылечивал. Вот. Но вернемся к нашим Ревенон-Мутон. Достоевский сказал, национальная русская идея есть лишь, в конце концов, всеобщее всемирное единение. И на сегодняшний момент этот вопрос решен. Что делать вот каждому? Да? Как объединиться? Вот что делать? Вы подойдете сразу после заседания к Серегину Александру. Да, скажет, что сейчас делать. Мы готовим к выпуску пятую книгу «Проект России». Она называется «Предвосхищение». Там конкретная технология, абсолютно новый способ бытия, существования всех. Он будет не просто основан на какой-то вертикали власти, на какой-то пресловутой демократии, на капитализме или социализме. Нет. Мир совершенно поменяется.